На Сахалинске водитель седана сбил школьника. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Двигаясь со стороны улицы Можайской по Борисенко, водитель автомобиля Toyota Crown сбивает школьника. Наезд происходит в районе энерготехникума. Испуганный водитель тут же останавливает автомобиль, бросается к ребенку и вызывает скорую. Приехавшие к месту происшествия врачи осматривают пострадавшего мальчика. По свидетельству очевидцев, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель Крауна не заметил его из-за другого автомобиля и совершил наезд. К счастью, все завершилось благополучно. Пареньку везет, он отделывается легким испугом и небольшими ушибами. Сейчас его больше всего волнует, как на случившееся отреагируют родители. Ведь дорогу-то он перебегал в неположенном месте.